Они знают историю Чувашии, разбираются в окружающем мире и решают задачки на логику. Команда столичных дошкольников участвует в городской олимпиаде «Маленькие академики». Сейчас проходит второй этап. За мозговым штурмом наблюдала наша съемочная группа. Вам нужно посмотреть внимательно на чувашский узор и подумать, какому образу соответствует данный узор. Это одно из заданий этапа городской олимпиады. Справиться с ним может далеко не каждый. Но ребят это увлекло, и выполнить задание не составило труда. Это меня очень порадовало как педагога, так как эти такие знания детям свойственно знать только взрослым. На базе 202-го детского сада собрались 4 команды. Назвать деревья, которые растут в Чувашии. Продемонстрировать математические способности и умение танцевать. Ребята показали свои навыки в 5 тематических блоках, а строгое жюри ставило баллы. Финал конкурса пройдет в конце апреля, тогда и станет ясно, кого можно будет назвать маленькими академиками.